Как же я без тебя-то буду-то, а? Да. С кем ругаться-то? Нет? Уже 3 года Геннадий Долгополов радуется каждому приходу своего любимого социального работника Людмилы Карпюк. 3 раза в неделю. Таков график их свиданий. За то время, пока Людмила Семеновна хозяйничает в его квартире, Геннадий Васильевич успевает рассказать ей обо всем, что его волнует. Причем такой разговор, живой и интересный, говорит мужчина, выходит только с ней. Социальные работники, они все разные. Для меня нужен только один человек, Людмила Семеновна. Ну, потому что с ней мне как-то проще общаться. Ну, как с другом. Мы можем обо всем поговорить. Разговаривать со своими подопечными – важная часть в работе Людмилы Карпюк, но не единственная. Помимо этого, ей нужно помыть посуду, приготовить покушать, постирать белье, убраться в комнате. Часто приходится ходить в магазин или аптеку за необходимыми покупками. Работы много, но, по словам Людмилы Семеновны, все дается легко и просто. Дело ей настолько в радость, что она даже находясь в отпуске, не может без того, чтобы навестить своих подопечных. Ну, у меня так получилось, у нас социальные работники, кто-то на больничный ушел, кто-то в отпуск ушел, и не хочется, чтобы они остались одни, поэтому вот я прибегаю к ним хотя бы раз в неделю, чтобы помочь, сделать то, что необходимо им. Прибегает она ни много ни мало к 12 людям. Каждому нужно уделить время, с каждым нужно увидеться минимум 3 раза в неделю. Если кто-то находится на лечении в больнице, Людмила Семеновна все равно следит за порядком в квартире и по возможности навещает больных. Такая забота и уход очень сильно сближают людей, признается женщина. Люди доверяют ей как близкому родственнику, делятся с ней самым сокровенным. Вы знаете, особенно вот у поколения, которое военное поколение, да, это уже вот совсем пожилые люди, да, и вот они часто вспоминают свое трудное детство и сравнивают его сейчас, что молодежи все это дается очень легко. И они этого не ценят. Сейчас как-то обесценилось, я не знаю, элементарно даже сказать спасибо уже как-то и редко услышишь это, правда? Людмила Семеновна признается, что от своих подопечных слышит слова благодарности всякий раз, когда приходит. Именно это делает ее счастливой, и она с радостью навещает их снова и снова.